Всем привет, друзья! С вами я, Марина Чернова, на канале «Кухня без фанатизма». И на нашем канале вы найдете много низкокалорийных рецептов, с помощью которых можно похудеть. Сегодня у меня для вас три рецепта вкусных завтраков с использованием яиц. Начинаю готовить. Для первого завтрака я возьму два яйца, слегка подсолю и хорошенько перемешаю вилочкой. Ну так, не сильно, чтобы взбалтывать там, просто перемешать. К яйцу добавляю 1 столовую ложку манки. Манки из твердых сортов пшеницы. Там, кто против манки, загуглите манка цельнозерновая или сималина, как она еще называется. Это вот очень замечательный, сложный углевод, который вполне можно использовать. Ну, а когда речь идет о таком маленьком количестве, столовая ложка без горки, это всего 15 грамм, то тут вообще, в принципе, не играет роли, какая используется манка. Ну, это так считают диетологи. Так, все перемешиваю. Яйцо с манкой и с солью. И убираю пока в сторону. Половинку яблока нарежу кубиком. Кожица с яблока можно по желанию очистить. Я не очищаю, потому что именно под кожицей содержится, концентрируется самое большее количество витаминов. 1 небольшое киви нарежу также кубиком. Киви выбираем помягче, они более вкусные, более сладкие. Теперь в сковороду добавляю 5 грамм сливочного масла жирностью 82% и слегка разогреваю. Вот так вот масло распределяем. И выливаем яйцо с манкой, предварительно перемешав. Готовим на небольшом нагреве. Когда яйцо немного схватится, добавляем яблоки. И киви. Заворачиваем. Так. И готовим с каждой стороны минуты по 2. Вот так допекаем. Мне чуть-чуть неудобно, потому что и снимаю, и переворачиваю. Вообще все хорошо переворачивается быстренько. Первый завтрак готов. Общая пищевая ценность такого завтрака 310 килокалорий. Очень замечательно. Ну и, конечно, и вкусно, и полезно. Так, зацепился. Так, пищевая ценность на 100 грамм будет 124 килокалории. То есть более чем отлично.
На вкус получился этакий рулет с фруктами. Довольно вкусный. По желанию можно полить одной чайной ложкой меда. Ну, если кто-то хочет, кому-то сладости не хватает, по мне так в самый раз. Фрукты можно использовать, фрукты, ягоды любые, на ваш вкус. Вполне замечательный завтрак. Вот такая вот чайная ложка без горки. Это будет 30 килокалорий. То есть, если полить медом, то получится у нас 340 килокалорий на завтрак. По-моему, замечательно. Для второго завтрака я возьму 50 грамм отварной говядины и нарежу. Мясо можно брать любое отварное, любое нежирное. Затем беру 2 яйца и добавляю 1 столовую ложку воды. Слегка солим по вкусу и перемешиваем. Пять грамм сливочного масла добавляем в сковороду и смазываем сковороду. Нагрев небольшой. И когда сковорода слегка разогрелась, добавляем яйца. Когда яйцо немного и пару столовых ложек лечо. Можно взять просто какой-нибудь соус. Можно там просто помидоры с перцем. В принципе, какие-нибудь овощи. Вот так вот много. И заворачиваем. Так, вот еще немножечко. Слабовато еще. И заворачиваем вот таким вот прямоугольником, у меня получился. В принципе, не важно, как его завернуть. Хорошенько запекаем, и все готово. Вот такой вот мощный, белковый, сытный завтрак у меня получился. Лечо, овощи, они придадут вот такому омлету сочность, вкус, сочность. А мясо и яйца придают сытость, белок. Пищевая ценность, общая пищевая ценность всего вот этого завтрака 367 килокалорий. Пищевая ценность на 100 грамм 131 килокалория. И вот так вот он сочный и аппетитно выглядит на разрезе. Для третьего завтрака мне понадобится кусочек хлеба весом 20 грамм. Хлеб либо цельнозерновой, либо ржаной. В общем, какой-нибудь полезный. Не крупно его нарезаю. У меня режется тяжеловато, он у меня еще горячий. Кусочек маленький отварной говядины 50 грамм также не крупно нарежу. Говядина или любое другое отварное мясо, нежирное. Вот так вот говядину не сильно мелко нарезаем. 5 грамм сливочного масла жирностью 82%. Добавляем в сковороду и включаем нагрев. Слегка разогреваем.
В сковороду добавляем кусочки говядины и хлеба. Два яйца слегка подсаливаем и перемешиваем. И выливаем сверху. Вот так вот подгребаем. Сверху выкладываем дольки помидора. И 20 грамм сыра. Такого тонко нарезанного. И заворачиваем. Сворачиваем как угодно. Это не имеет значения. Можно просто пополам его свернуть. Можно вообще не сворачивать. В общем, как хочется, так сворачивайте. Третий завтрак готов. По желанию посыпаем зеленью. Ну, я вот, например, на завтрак зелень, в принципе, не очень. Мне вот нравится вот так. Пищевая ценность всего вот этого завтрака 391 килокалория. То есть для завтрака более чем отлично. Пищевая ценность на 100 грамм 156 килокалорий. Здесь у нас и сложные углеводы, цельнозерновой хлеб. И достаточно много белков. Блюдо белковое, сытное. Надолго останется сытость в организме. То есть срывы не грозят. Вот так вкусно выглядит он на разрезе. Ну, это вот мне больше всего нравится вот этот завтрак. Хорошо подавать, например, с ложечкой лечо. Или какого-нибудь домашнего соуса. Будет очень вкусно. Все три завтрака готовы. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачи, отличного настроения, успехов в борьбе с лишним весом. И до встречи в следующем видео. Пока-пока!